93 астраханца уже более суток не могут вылететь в Турцию. Задержан рейс Астрахань-Анталия. Туристов должны были отправить в ночь с 10 на 11 июля. Причиной задержки рейса стал долг авиакомпании «Московия» Астраханскому аэропорту. Размер долга составляет 8 миллионов рублей. Дело в том, что авиакомпания, руководство авиакомпании «Московия» решает, в каком аэропорту сделать техническую посадку. Техническая посадка – это дозаправка. Потому что здесь, в аэропорту, они не могут заправиться, так как у них очень большой долг. 4 раза приносили. 10 июля приносили 4 раза. В итоге мы прилетали постоянно в аэропорт, улетали, тратили свое время, деньги. Нас никто не встречал. Относились очень плохо. Все просто сваливаются в совокупности. Виновата одна, виноваты другие. Мы не виноваты, обращайтесь в турфирму. Пассажиров задержанного рейса обеспечили питанием. Ясности по поводу того, отправится ли самолет в Анталию, пока нет. А о компенсации для пассажиров речь тоже не идет.